Уважаемые дамы и господа, начинаем второе отделение. Исаак Дунаевский, увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исполняет женский симфонический оркестр, дирижер Ксения Жарко.
Фантазии на тему оперетт Дунаевского, Заславского, Милютина, Александрова и Листова. Составитель Инара Гулиева. Солисты Светлана Криницкая и Петр Борисенко. Сосчитать. У вас глаза веселые,
Женский симфонический оркестр благодарит компанию «Еланна» и лично Елену Георгиевну Беличенко за спонсорскую поддержку концерта. Исаак Дунаевский, песенка «Пепиты» из оперетты «Вольный ветер» исполняет Сильви Сэнди. Симфонический оркестр выражает искреннюю признательность давнему другу оркестра компании «Русское золото» и лично Евгении Романовне Богатовой. Имре Кальман, дуэт Сильвы и Эдвина «Помнишь ли ты» из оперетты «Сильва» исполняют Светлана Криницкая и Кароль Пеллер. Да, это был сон, но сам.
самый прекрасный сон во всей моей жизни. Светлана. Как забыть тем, кто видел ваше свой
Евгений Птичкин, песня «Николки» из оперетты «Бабий бунт» исполняет Петр Борисенко. Концерта. Имры Кан,
Дуэт Каролины и Пеликана из оперетты «Принцесса цирка». Исполняют Сильви Сетти и Карой Пеллер. Your every step, secret.
из оперетты «Веселая вдова». Исполняют Сюзанна Баланова и Петр Борисенко.
Песенка «Бонни» из оперетты «Сильва». Исполняют Петр Борисенко и Карой Пеллер. Карамбалина из оперетты «Фиалка Монмартра».